28 мая в Москве пройдет благотворительный концерт талантливого пианиста Константина Емельянова. Гостей ждет уютная атмосфера, приятное общение и, конечно, потрясающая музыка. «Времена года» Чайковского и три фрагмента из балета «Любовь волшебница» де Фалья. Начало концерта в 19:00. Сбор гостей с 18:00. Будет также работать благотворительная ярмарка, на которой будут представлены теплые сувениры и подарки ручной работы, керамика от наших ребят, добрые свитшоты с мотивирующими надписями. Все собранные средства будут направлены на оплату труда воспитателей Свято-Софийского социального дома, которые находятся рядом с особыми ребятами, сиротами в режиме 24/7. Поддерживают их и помогают с каждым днем становиться все более самостоятельными. Адрес: Москва, улица Моросейка, 7/8. Пространство развития «Фавор».